мелкий поощряя и звезду. К нам придет. Слышь, на остальные Алиса, помнишь, как стоим. выпуливать? Остальные стоят все тут, крестья. Давайте какой-то отсчет на счет 3, там можно несколько людей, чтобы взяли сверху. Давайте отчет даем. Феникс, можно чисто тактиков выпулить, ты ж ребята, помнишь. Это, да, блядь, подождите, стойте. Блядь, спуститесь все вниз, пожалуйста, останьтесь там только танки, блядь. Все в ебучий крест, спуститесь вниз. Кроме тех, которые дают контролы, потом быстро спускайтесь к нам. Кроме тех, которые дают контролы. Данзек, Ридига, в чем проблема, блядь? Все, отчет даю. И по отчету давайте контрол. Ясно у меня. 5, 4, 3, 2, 1. Ох, нету сверху, блядь. Звезду бьем. Спускайтесь вниз быстрее. А, нет. Подожди, звезду ферряем, по черепу бьем. Звезду ферряем, череп бьем. Станьте все в кучу одну. Качу, в кучу один фрейм. По тактике. Ребята, в кучу один фрейм, это что нахуй? Это что, это где нахуй? Еще раз он прыгнет нахуй вот так вот, блядь. Получите минус нахуй всех, кто сзади стоял, блядь. Заебали нахуй. Давай под везде поехали. Станьте в одну пачку. Так. Зеро, на твой по квадрату шагов будет. Настя, сап, трусы. Холишит. Полумесяц твой будет. Мелкий фернёж. Крестик. Что у нас там остается? Рыцарь. Ну, нормально. По звезде первой будем вливаться. Спустили все вниз, кроме тех, кто контроль. И танк. Ну, быстрее спустили. В чем проблема, блядь? В Эдфюре, Ориона. Ринга. Ребята, хорошие. Аллилуйя, блядь. 3, 2, 1. Все, раздали контрол. Вниз спускаемся все. Полумесяц. Угу. Вниз спускаемся и по звезде хуярим. Все в одной точке стоим. Ну и похуй. Не сагрились и не сагрились. Да бейте этих двух рыцарей. Не надо их терять, встанет. Сведите в кучу. Блять, заберите только танки и агро, пожалуйста.
Полумесяц хуярим первым. Я в ДЦ, так понял, да? Да, ты в ДЦ будешь. Командира давайте добиваем. Он чаржится, если что. Что-то они какой-то не слишком жесткий трэш, но... Добавим. Я думал, сейчас тактики как начнут цапать нахуй полрейда, блять. И ваншотать. Даже один. Какой-то... Что-то они... Трэш какой-то... Слабоват, странно. По тактику играть. Минус один. Лейтенант похуй, пускай клибается, стоит. Не надо его терять, но... Командира, главное, держите, он чарнет. Откидывает. Да-да, рассказываю, этот трэш не был сильным никогда, нахуй. Фугарейт сходи. Сходи, да, фугарейт какой-нибудь. Даже вот сейчас, здесь, нахуй. Сходи, вон фугарейт, когда дойдутся, нахуй. Там и скелет, когда X3 открывался, блядь. Ну-ну, блядь, не сильный, нахуй. Блядь, трэш рвал из жопы, нахуй. Выкинул или сервер отдыхает? Ага. Да, у тебя такой же VPN, как у меня, да? Сколько там? Не лагает, пиздец. У тебя какой VPN стоит? Я без VPN. WinScribe скачайте, это самый нормальный VPN. Какой? WinScribe. Там, блять, в полезных аддонах где-то я скидывал давно уже. В Discord есть. Он там бесплатный. Зарегистрироваться и там 10 гигов бесплатно. У меня 300-400 грамм. Без VPN. Потом, если заканчивается, то этот... Заново регистрируйтесь и все. Ну ты абузер, бан. Блядь, Дермич, давай начнем с тебя. Короче, смотри. Пуляешь Келесета. Вон, видишь крестик? Заводишь его сюда, ну, чтобы он подошел к тебе ближе. Хотя бы вот сюда он где-то стал примерно, чтобы он, а не там стоял на платформе. Начинаешь и танчишь его, короче. Появляется темное ядро или темная сфера, не помню. Короче, фиолетовые сферки большие. Как он правильно называется, не помню. Тебе просто надо их забирать на себя. Одна сферка — это минус 10% урона от него. Если ты до открытия келесета не соберешь хотя бы 5 сфер, тебя ваншотнет. Понял? Красава. У сфер там что-то в районе 100 тысяч хп, может чуть больше, не помню. Так, остальные. Когда Валанар кастует вихрь, разбегаемся. Желательно рендж. Реслин, ты танчишь Валанара и Теладрама. Танчишь их, ну, там и танчишь. Вон, у тебя метка песчинка, примерно там и танчишь. Кастуется вихрь, блять. Короче, вихрь чего-то там, нахуй. Отбегаете, желательно раньше отбегать. Ну, на рейнже отбегать. Самое главное, отбегите. Там в районе что-то около 3-4 человека, мне кажется, если будете стоять в одной точке, то шотник нахуй. Доля, у тебя самая блатная работа. Слушай. Сверху будут падать такие бомбочки. Кинетическая бомба называется. Угу. Тебе их нужно максимально поднимать.
похуй на урон на босса, твоя задача, ну, типа, поднимать эти сверки, чтобы они не падали. От каждой тычки автоатаки она поднимается чуть выше. Понял? От автоатаки? Ну, от автоатаки, там, ну, от урона, физурона. Mm-hmm. Ну, от физурона, короче. Ну, и от магического тоже, типа, но от тычки поднимается вверх, это сверка. Также на сверках будет еще Вачюри и Бентли. Три человека на сферах, остальные будут играть по боссу. Сферки, ну, смотрите, отдаляйте там камеру как-то, чекайте, оно может падать где-нибудь сзади. Но если там одна упадет за бой, ничего страшного. Если там две подряд, будет хуёво, условно. Талодрама, это огонь этот ёбаный прохиливается, я думаю, ничего там сложного нет. Если что, я скажу. Так, рыбу хавайте. Ставлю. Главное, чтобы Келеси там локи не били, а то Т4 беса срывают сверки сразу все. Там же ДПС по сфере не важен, могу же я молнию там первую вытащить, чтобы она кастила быстрее. Может, Келеси вообще бить не будем? Келесета, надо, келесета, келесета просто бьем без АОЕ, вот и все. Просто без АОЕ келесета. Что еще раз, Доль? Я не очень понял, смотри, сфера падает, мне получается надо сделать так, чтобы она не упала вниз, правильно? Да, 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 именно так. Ее нужно просто наверх поднимать каждый раз? Да. Да, они с какой-то там промежуток, короче, пропадают, появляются новые, я не помню, то ли две, то ли три в обычке падает. Ну, то есть они постепенно появляются. Допустим, сначала первая, потом буквально через секунд 10 вторая, потом третья, и потом вроде начинает первая пропадать. Короче, что-то такое. Нет, чтобы в них играть, правильно? И все. Босс, ну, ты посмотри, свойся, тут ничего сложного нет. Босса, нету. Босса не бей. Просто максимально этих сверк. Ну, типа, вначале можешь начать босса бить, но потом, типа, по сверкам. Геру дадим на Талдораме. Рче на полба. РДД сами сразу немножко рассоситесь, напоминаю, повторяю, келесета, кто будет бить, бьем без АОЕ. АОЕ убираем с ротации. Все, отчет даю. Арислин, готовься. На Арислин фул на пул, Талдорама и Волонара, звезду и полумесяц. Дермище не надо напуливать, сам наберет игра. На келесет все равно не играем. 2-1. Поехали. Забери Келесета, пожалуйста, кинь там ЛПшечки. Келесета не уешьте. Отойди за столбик, он за тобой побежит. Бармир, ты, кстати, хилишь дермичу. Вон, видишь, ядорки, о, все, нормально, отвел, пойдет. Пускай он там и стоит. Вон, видишь, ядро там появилось. Вот эти ядра тебе забирать надо. Отбежали, отбежали, раньше. Дай сокру мелки. Фу, блядь, почти сдохли, нахуй. Вон, бомба падает по центру, видишь, Доля? Кинетическая бомба. Да, вот эту тебе хуйню надо поддавать. А, ебать, понял. А вот это ядро синее, которое меня хуяли, с ним что делать? Дермич заберет. Его надо дермич забирать. Вон еще одна бомба в центре падает. Вот так, по Талдраму поехали, Геру дайте, по Талдраму поехали. Не сыр. Бентли, играй по боссу, пускай они вдвоем пока занимаются. Сейчас посмотрим, как хуярит там или там. В принципе, немного пойдет. От Куами. Бар... Там, ага, нормально, отлично. Бля, ядро. Нормально, он ядер собрал, пойдет. Отойдите от Келесета сейчас, пожалуйста. Отойдите, он сейчас откроется. Под Келесетом бомба, да. Аккуратно, все. Келесета без АУЕ, без АУЕ бьем. Без АУЕ. Не убейте сферы, пожалуйста, с дермича, потому что будет плохо. Потому что будет плохо. Без АУЕ. Если хотите бить, без АУЕ. Убьете дермича. Блять, уже убиваете, сука. Забери ядро. Уйдите нахуй от Келесета, блять. Уйдите нахуй оттуда. Забери ядро, блять, пожалуйста, дермич, блять. Забей на босса, блять, забирай ядра, нахуй. Он тебя сложит, блять, он тебя сожрет, нахуй. А дермич же может отойти просто от босса. Ядра же за ним пойдут. Может, но, типа, мне кажется, он столько грани набирает. Ждите, там вихрь аккуратно появился в центре, отходите от него. Блядь, дермича прохил, прожмись.
Я его прожал. Все нормально. Павлонару, поехали. Аккуратно там вихрь. Ой, блядь. Ладно. Обойдите вихрь. Отбежали, отбежали, отбежали. Дермиш, айтбаунд. Все, бьем его нормально. Я что, а дона на кулдауна нет, да? Я не загружаюсь, я сильно дон у меня подлагивает. На кулдаун нет. Отбежали, отбежали. Арислин Сакра. По колдарам мы поехали все. На похуй на это ядро. Вон в центре забери ядро, Дермич. Тебе не обязательно стоять под боссом. Вон ядро в центре забери, пожалуйста. Ты набрал на нем агро, все заебись. Забирай ядра. Только не подводи их к мелизоне, блять, а то они умрут. Вон в центре, в РДД зоне ядро. Угу. Дай Иннер этот войд по Барамиру. Рид, поставь. Рид, поставь тотем, хулишит гимна Мано. Забирай ядра максимально. Все, пошли Зикелисета бить. Отводи просто от босса ядра. Отводи. Ядра только не бейте. Отводи от босса ядра дальше. И только далеко от хулипала не уйди. От ядра отведи от босса. Все, поехали по Келисету, фулл ДПС. Просто уешьте там и так далее. По агру вроде нормально. На, заебись по игру. Хуярьте просто, принесёте. Ебать, это было скучно, конечно. Долгий бой. Доли, смельки, боты охуенные. Меня и не нужны, к сожалению. С меткостью. Ну что? Не, Ланю скипаем. Ланю вообще в последнюю очередь пойдем. Хотя за 10 заберу. Пошлите Вальку захилим и пойдем профа. На. С Вальки хорошее колечко падает, кстати. Очень хорошее. Ну и не бис, 264-й там плащ, но плащ тоже не падает. Вон колечко. Чё, Кирилл, как думаешь, осилим синдром? Не знаю, но если Ланателя осилим, то тогда можно будет синдром пробовать. А так, пока пробует. Осилим, я думаю, просто главное Ланателя любить. Так, эти охотницы, блядь, их надо, короче, блядь, ваша задача, вот сейчас пулить вот этих вот 5 мобов, да, вот полководцы, вот, которые тут, короче, крест, вот, я встал, нет. И этих охотниц ебаных отвернуть от рейда. Они с этими, блядь, стрелами. Ну, не град стрел. Короче, увидите, блядь, стрелами хуярят очень много. Так что давай вперед, Агри, и отворачивай от рейда. Вдвоем там вместе с Арислин. От рейда отверните. Все, заходите внутрь и ебашьте. Ой, блядь, хуёво отворачивайте. Вот типа так они хуярят, собственно говоря. И лед поставьте паладины, пожалуйста. Там еще вихрь, блядь. Ладно, вихрь не так надо, блядь. Фу. Кью, ты зайдешь, я надеюсь, или ты с концами вылетел? Нет.
кухне. Загугулин, ты что там лежишь? Вставай. Так. Блять, вот это вот опасная хуйня. Вот эти ебашат, типа, таким льдом, короче, под собой. Чем он, блядь, сбивается? Станом, наверное, простым. Ледяная. Милики бьют левую, ренджи правую. Забыл? А, ну да, точно. Он носитель смерти. Короче, РДД все по трусам. К трусам не подходите. Дермич, забери трусы, а рискни на остальных. Там еще две охотницы стоит, сука. На пул дайте максимальный. И по охотницам старайтесь сразу не вливаться. На пульте на реслин. Все, поехал. РДД все по трусам. Ну, глю удачи, я залагал. Глю, дай сокру. Ну, меня выкинуло. Бывает. Ты из Украины? С чего такое решение? Не знаю, я просто с VPN Америки вообще. Ну, так я без VPN сижу, мне. У меня 90% времени не лагает. А сейчас начало ебашить, я не понимаю почему. Волны, видимо, дошли с Украины. То же самое, милики по правой, РДД по левой. Поехали. Блять, я хуй его знает, как с такими лагами, блять, бить. Профайл, отель и так далее. Там двигаться надо много. Кирилл, а что у тебя за лаг? Задки FPS или? Не-не-не, у меня не FPS, но у меня, FPS просто фризит. У меня FPS сколько? 63 сейчас было. Уже 80. И задержка, ну, 44 сейчас показывает. Ну, само подлагивает все равно. Так, стоп, подождите, подождите, не спешите нахуй. Гриппом сейчас аккуратненько выгрипай нахуй вот эту хуйню. Отойдите все. Вот вот хуйню вот эту выгрипай. Просто. За лупу вот эту. Угу. Если бы они, типа, как на репофарм пойти условно завтра, если бы они, блядь, каждый час ебашили дисконт, когда я репу, ну, собрался, получается, у меня завтра выходной, было бы, кстати, найс, ну. Я бы еще фласку себе купил. Вчера так было и сегодня так. Красноречие, блядь, было похуевно. У меня работа, блядь, и нету времени на это. Запошли Ариду. Поехали. Thank you.
Вам бы этот вихрь стан давать какой-нибудь точечный ход, что там, блядь, например, нахуй. Чтоб она не хуярила, блядь. Это я про паладину говорю, это точно работает. Что-то там еще я не помню. Стан, ну ебить стан. Гриб сбивает еще. Стан. О, дип еще кто-то ебал. А, смотрите, кто не знает, она будет кидать копье с какого-то рандомного чела. Поднимаете копье, оно появляется у вас в сумке, кидаете в нее, сбиваете щиты. Накал, нахуй. Кто лутанул? Нихуя себе за него, да, начали давать? Давно. Всегда давали ордынь. Раньше, по-моему, не давали. Ладно, не буду спорить, нахуй. Я знаю, что раньше не давали, нахуй. Я еще тогда думал, блядь, на актуале, блин, мульта давал, а здесь нихуя не давал. Так что не надо говорить, что всегда, блядь. Не всегда на Сирусе давали, на X2 100% не давали. А сколько на актуале дают льда за лича? По 2 льда там с каждого босса дают, и с этой свалной один по 0. Так. Первая пати налево, вторая пати направо. Третья пати налево, четвертая пати направо. Барамир, Глю, Вальку. Через Лока, через Сингсонга можете хилить. Нахуя через Сингсонга, у нас демон же есть. А, ну, без разницы. Кто, демон? Печка, печка, доспех, включи, как он там, блядь, называется. Демонический доспех, или как он, блядь? Да, демонический доспех. На себя ебани. Все, печка стоишь где-то там примерно вот все время в центре, плюс-минус в кресте. Чтобы холипал на тебе частицу кидания и хилили через тебя, Ваньку. Глю, ты заходишь примерно там со стороны печеньки, чтобы вы не мешались друг другу. Либо как-то вместе ориентируйтесь. В два портала, не знаю, мелкие. Ищи сразу два портала и, Глю, ориентируйся по мелкому, типа, заходите вместе с ним в портал и летите в одном фрейме, чтобы стаки сразу лутали, чтобы не мешали друг другу. Давайте так сделаем. Торче на полбах. Что мне надо это делать? Заливаем трэш, к пуджу подъебал, не подходите, пуджа максимально держите, подавите ли хуярим, ничего сложного. Магом сбиваем косты за обстрел. От вурдалаков милики отходите, когда у них там процентов 10 хп остается, они взрываются, чтобы лишний урон не лутать. Ну и все, в принципе. А, и этот, истрогающий, его в первую очередь убиваем. Он будет хуярить массовый Е. Ну там череп метка будет ставиться. Бросаем все дела и сразу истрогающего свечимся. Еще раз вообще на полуба. А, еще будут кидаться такие, типа, войдзоны, с войдзон выходите. Вам танчить мобов, блять. Я ж вам сказал, Реснин слева, Дермич справа. В чем проблема? Считывать рейд найдется. Все, поехали. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона.
Дай мы станность. Вон пуш лучше по дармической стороне. Зомби забери. Блять, играйте сначала по трэшу, подвиньте ли потом нахуй, чтобы он не плодился, блять. И по трэшу активнее все играют. Слишком дохуя, он исторгающий вышел слева. Этих червей максимально много. Пуджа вообще в последнюю очередь убивайте, ребят. Запомните, пуджа всегда в последнюю очередь. Вот эту хуйню в первую очередь убивать надо, чтобы он вот этот разгромник оставал. Его шаклом можно вроде захуярить. Вроде не работало. Вроде не, вроде не работало. Залп кикайте. Портал зашли? Где вы там двое? Или тайтом главное за Барамиром? В портал заходит только Глю и Барамир, блять, а не кто-то там еще нахуй. Зелененький такой открывается, на всякий случай, блять. Подавителей в первую очередь убивайте. Жирного в конце, блять, еще раз повторяю. Жирного, блять, забейте хуй нахуй. Его вообще не надо, блять, трогать. Потом, блять, убьем еще. Зомби вон вышел, этот маг вышел справа. Ешелена прохил. Блять, Ешелена поднимите. Исторгающий с левой стороны, максимально его убили, потом по жирному сыграли. Готовься в портал выходить. Забери ауру, конечно, сразу. Сейчас жирного ебашим, и сразу ОУЕ там будут вылезут червяки с ними. ОУЕ дали, и маг с левой стороны. Каст. Жирного в конце убьем. Подавители ебашьте. Жирного не надо бить. Арислин прохилить. Арислин, ну зачем так далеко танчишь? Ну блять, там же трэш с другой стороны тоже ворот выходит, как бы. Каст. Отлично, какой-то шаман сбил. Маг. Не знаю, его еще и ветер видел, шаман. Исторгающего бейте быстрее. Не знаю, не смотрю. По этому, по жирному сыграли, и его я сразу дам. Маг вышел, мага. Я уезжал. Стаков, по-моему, Барамира 31. И углю 31. Летают в нормальном месте, молодцы. Да, врага не. Забыл магу, кстати, усиление магии, чтоб повесил на Ваньку. Что-то повесил, догадались, блядь. А дай его руканя, говорю. Каст, каст. Блядь, ну сбивайте касты магу, ребят. Вы можете так проебать. Исторгающий появился, по исторгающим сыграть. Вы так можете, вот если вы касты не сбиваете, залпа, хилы могут проебать из-за этого стаки. Это важно сбивать. У них, конечно, есть фридом, но типа, ля там зачешется что-то там, не нажмешь. Не, еще один портал зайдут, потом будем. Да. А со следующего гера будет? Да, ладно. Портал весь комнат. Глю отдался ауру. Ты там хоть за ночь как уходить будет, че? Подавители, в первую очередь, сейчас у нас захиливать будет. Жирного вообще не трогайте, пускай на реслине висит, убивайте остальные хуйни. Там исторгающий. Исторгающего поехали максимально. С левой стороны быстрее. Геру дали. Гимн на хп Зерону. Можно возложку вскинуть по ней. Давай. Холич, продли гимн. Пока ничего не убивайте, хилом руки. Я залагал, класс. Тут сначала надо Вальку в цель выбрать, потом гимн читать. Она повешается все равно. Всех залагал? Нет. Ну, блин.
Плащ вкусно упал. Это реально был весь босс? Да. Пиздец, да, ты, контент. Ты просто сейчас придешь на профа, на лаву. Ты охуеешь. Она кроме орка нет. Тебе будет непривычно вообще. Самый сложный босс это орк, бля. Ну, кстати, да, блядь, походу так и выходит. Был самым простым, стал самым сложным. Не, самый простой это все-таки Валька. Как ни крути. Ой, бля, не загрите только валькирии, ребят, пожалуйста. Кто сагрит минус епа? Сейчас сделаем. Бля, бы их пинать, ну его нафиг. Изи босс, когда истерию кидают на вальку, тоже охуенно. Сразу минус, блядь. По пол епа всем ДКшникам в рейде. У нас ДКшник спросил хилы, говорит, захилите, я себе истерию кину. Да, говорит, захилим, кину истерию. Ну, ребят, ну типа 15-20 минут, нахуй. Нихуя себе, блядь, у вас отходы, нахуй. А каково на серкле Дарнару кидать в босса? Ну, хилит 25%. 15-20 минут просто, это пиздец, нахуй. Нихуя себе, нахуй. Стойте, не заходите, не заходите, давайте всех подождем. Ну. Не заходить. Сегодня за полтора часа прошли больше. Вчера за пять. Ну, вчера мы в 10 часов до ребра только дошли из-за вылетов. Не, давайте мы не будем увидеть комнату, там епешку дают. Ой, епешку, блядь, ОДО. Репу, короче, поэтому пойдем. Вот это там проще, репу и золото. Все, давай, все, давайте заходим, пошли в комнату. Там шем падает. ТП говоришь, ну давай. Я говорила чуть-чуть. И все начинает. Уешь, давайте спать. Они починили? Суки. Ну, жуки что-то не прилетают. А, сейчас бы играть из пола. А раньше давали, блядь, репу за них. Так, и в комнате перед синдрой тоже. Вот уёбки, блядь. А мы бьём. На дракончиках будет дохуя репа. Ненавижу проб. Хренный босс. Да не, типа, в обычке нормально. В гере немножко заебистый. О, блядь, кого мне в Обаму посадить? Реслин не шарит, Дремич не шарит. Я шарю, я шарю. Тут же танка надо нажимать. Будет шарить. Так а что мне? Давай спекнешь, нахуй. Пускай спекни Реслинов там. Бери. И минусова, да? И гениально. Да похуй, меткость есть, лем есть, заебись. А крит? Крит и лем, да? Есть. Крит и лем дают. Ну ладно, хуй с ним, проклятие выкидает кто-нибудь из лока. Чё, я ванговал, печка. Блядь? Чё, буду сидеть в Обаме? Я бы залез в Обаму. Ну да. Просто так это хуйня, все равно. Ты чё, прикалываешься? Тебе тогда и танчить придется, ну. Да и похуй, у меня вон мишка. Ну, спекайся в танк тогда. Не зря собираешь. На, ты вред. Бля, ладно, короче, идите, курите нахуй. Он легкий, говорит.
Легкий, когда танк понимает, что делать. Я не знаю, как Дермич объясняет, что делать. Но сможет ли он это сделать или нет? Да там нехуй делать. Две метки поставь и все, блядь. Вводи из метки в метку. Брамир, братишка, как дела? Он ушел. Пять, четыре, три, два, один.
Глю, блядь, второй день подставы нахуй устраивает, блядь. Остальные все тут... Банир было Барамиру собрать еще один. Вместо Глю. Барамир тоже пиздюк еще тот нахуй. Я его фанбой. Барамир лучший, я его фанбой. Фанбой, ой, ты лучший, Барамир. Заходи в Brawl Stars играть вместе. Барамир, поворачивайся, сейчас мы все сделаем в нашей базе. Давай. Мы, так мы уже сделали. А, да? Да. Сколько, 9 месяцев ждать? Блишит, White Fury, Ориона, Дензек, Яш, Вестинг. Что? Глю. Я здесь просто вольтами. Да я объяснить хочу хотя бы вам, что к чему тут вообще происходит. Давай. Так, Уриона, Синг, Уриона. Уриона, блядь. Уриона, прием. Уриона пошел пить пиво, видимо. Я хуй знаю. Уриона, больше никогда в жизни пиво не сможешь пить, блядь. Через клизму? Ну, блядь, ну почему я должен нахуй ждать, блядь? Ну это заебало, вот эта хуйня, нахуй. В пизду, нахуй. А мы это, без глю пульнем, да? Да, можно было бы без глю пульнуть, нахуй. Почему, сука, блядь, ну вот эта вот хуйня происходит? Да и похуй на него тоже, блядь. А, блядь, ладно, короче, Дермич, давай сначала с тобой разберемся, пока он покажет. Смотри. Иди сюда. Смотри, пуляешь босса, вот так вот. Где-то вот так, да, вот так вот. Как только он кидает лужу слизи, начинаешь его отводить по чуть-чуть. Спинкой, спинкой, вот так вот идешь. Со второй фазы колбы же кидают, с первой не кидают. Подводишь его сюда, к черепу. Вот тут вот будет... Ты будешь смотреть, чтобы босс стоял вот где-то спиной вот прямо в черепе. Здесь появится слизень. Ты танчишь босса, потом его, получается, подводишь вот сюда вот, обратно, вот где-то вот сюда вот. После того, как слизень уже откинет мелизону, ты остаешься здесь, ну, чтобы тебе хилы доставали, потому что мы к столу будем отлетать. Вот примерно, да, квадратик. Что-то около этого, нет, даже чуть ближе квадрата. Где-то вот тут вот примерно. Потом смотри, основная задача... Подвел сюда, убили мы слизня, потом обратно, короче, возвращаешь его сюда. Появляется красный слизень. Заливаем этого слизня, ну, ты там его и танчишь, если лужа, соответственно, отводишь. Дальше, по идее, мы там должны перевести, сколько это, блядь, 13 миллионов или 3 слизня будет? Не, 2, по идее, по-моему, 2, нам хватает урона. Короче, потом начинается фаза. Он побежит сюда. Ты его сразу, как только фаза началась, ведешь его вот сюда к квадрату. Даже квадрат, блядь. Дальше к квадрату. Уже вот сюда вот. Где-то. Вот сюда. Где я сейчас прыгаю. И ждешь. Колбы появляются, отводишь череп. Колбы пропали, обратно его отводишь сюда. Колбы появились, обратно отводишь его в череп. Колбы пропали, обратно отводишь его сюда. Все. Все циклично, все повторяется. Вплоть до... Сука, скольки фазы, не помню. 30 или 40%? 30. 30 вроде.
35, окей. Вплоть повторяется до 35%. Потом начинается у него третья фаза, и там в зависимости, с какой стороны будут лужи, скорее всего, они будут со стороны, где вот квадрат ромб. Соответственно, мы поведем босса в эту сторону. РДД будет стоять в моей пачке, ну, то бишь, в моем фрейме в метке. А ты вот, короче, ведешь сюда. Да, по кругу выводишь луж. Только смотри, сильно далеко не отводи, потому что лужами засорется все. Вот так отводишь, сколб выводишь, луж выводишь там и так далее. Это что касательно танка. Дальше. Теперь касательно миликов. Смотрите. Хуярите боссов, соответственно, в спину. Ну, на этих, на первой-второй фазе. На третьей там желательно бить фиебало. Там надо быстро убегать, либо вы там на вас колба повесится. И будет плохо. Роги там кошем снимают вроде один раз. Если я не ошибаюсь. Палы баблами там, что-то такое. Но если колба вешается, там 70% мисов или 60%. Ну, короче, по боссу попадать не будете. 20 секунд АФК, можно сказать. Это, ну, я просто про колбы говорю. Кош работает, да. Смотрите, бьете босса, появляется слизень вот тут в черепе. Ваша задача, как только этот слизень, вы все время его в ебало бьете. Чтоб вы спиной находились к столу. Вот сейчас где проф стоит. Чтоб вы спиной всегда к столу находились. Если слизень обгоняет немножко быстрее, вы должны все время у него быть, ну, короче, под ебалом. Чтоб вас откидывало в эту сторону. Если он первый выбирает таргет РДД, РДД где-то вот около трусов примерно тусоваться буду, да? Вы сразу с этим слизнем бежите под ебало. Чтоб вас откинуло сюда, в сторону стола. Ни вправо, ни влево, блять, ни назад, нахуй, а именно в сторону стола, блять, этого, блять, стола, нахуй, подчеркиваю. Вы должны находиться под ебалом у этого слизня зеленого. Если вы начнете летать в разные стороны, блять, это называется, блять, минус 2, 3, 4, а то и 5 человек сразу будет. Все должны лететь в одну сторону. Это очень важно, запомните. Это надо стоять под ебалом у зеленого слизня, чтобы это было. Так, дальше. А, еще. Когда зеленый слизень выбирает кого-то в таргет, да, вы должны хотя бы человек 7 быть в этом таргете, ну, которого он выбрал, чтобы поделить урон. Он наносит где-то там около 100 тысяч урона плюс-минус. 100 поделите на 7, примерно столько урона зайдет. Ну и это я образно говорю, примерно как-то так делится. Вы делите урон. Дальше. Красный слизень выходит. РДД, как только красный слизень вышел, все сразу РДД свищаются в красного, милики ждут, пока он выберет таргет. Того, кого он выбирает цель, начинаем бегать хороводы, смотрите. То бишь, в квадрате ромбе где-то примерно будут колбы. В колбы нельзя забегать. Допустим, он в РДД выбрал, вот вы в трусиках, да, стоите примерно плюс-минус тут. Вы ждете, пока он немножко подойдет, и начинаете вот так вот бежать в сторону черепа. Вот так вот заворачиваете, плюс-минус он где-то вот тут вот должен умирать. Вот где я сейчас бегу. Он будет замедлен. Потом вот так вот, если что, петлю делаете и возвращаетесь. Милики, если вас кидают, ждете, пока он к вам немножко подойдет. Потом начинаете бежать. Смотрите, с правой стороны могут быть колбы. Если они будут, соответственно, вы бежите вот так вот тоже по меткам. И вот тут вот, короче, заворачиваете на трусах. Я и вот так вот небольшую петлю овальчиком и обратно в череп. Это что касательно слизней. Дальше, пельмени, буду озвучивать. Это уже миликов не касается, это РДД-зона. Два пельменя, по-моему, летит, вроде два. Короче, максимальная задача РДД. Желательно, чтобы мы стояли в одной пачке. Когда мы стоим в одной пачке, эти пельмени летят именно, ну, в ту сторону, короче, где мы стоим. Соответственно, просто вправо условно отошли. Если справа в лужу, то влево отошли. Пельмени ёбнулись, вернулись. Если ловите пельмень, то один пельмень вас не шотнет, но повесит дебаф на минус 50% каста или 60, что-то там такое. Короче, дохуя. Три раза дольше. Будете кекстовать. Будете как овощ, короче. Если два пельменя словите, то, соответственно, вы умрете. Вот, от пельмени отошли, пельмени ёбнулись, вернулись, дальше бьем. Лужа кинулась, отошли за звездой, нам немецкая звезда будет. Или какую вам лучше там скажете. Отошли, дальше, короче, бьем. Ну и т.д. и т.п. Все буду озвучивать, все буду говорить. Дальше. Третья фаза. Ну, соответственно, тоже. Будете в метке стоять, все буду озвучивать. Отошли, значит, отошли. Против часовой. Ну, по часовой будем двигаться в левую сторону.
босс, допустим, спулится здесь, копать по этой стороне, вот так влево-влево-влево-влево-влево-влево, и пошли-пошли-пошли, короче, это лучше, и прочих хуйни пельмень. Что? Блять, кстати, да, стаки. Доля, отвлекающий выстрел вынеси на панель, по команде будешь кидать его в босса, чтобы забирать стак на себя. Не, это хуйня, подожди. А у нас два арпала, похуй. Мы будем терять от этого ДПС. Да там хватит ДПС, там по 5, по 6 стаков. Обычно. Ну, там, если что, просто либо Реслин, либо Ринда, кто-нибудь стаунтите под 50% и заберете стак. Либо просто стаунтите и нормально будет. От этого будет. Если что, ДПС. Я могу нажать, у меня есть на панели. Ну, просто если что, я тебе скажу. Если что, я тебе скажу. Так, я просто нашел, какая тактика. Никакая нахуй, сосаньте. Тактика. А это диваны надо настраивать? Я тебе, если что, озвучу, не переживай. Ты же диванный эксперт. Глю, у тебя есть диван? Да. Печка, ты тут? Печка. Кто-то, может, что-то не понял, можете переспросить. Печка. Бля, давай уже пойдем, слишком много инфы, это пиздец, я все забыл уже. Зеленого бежим, красного хуя. Масло обновите. Full buff, там, класки, т.д. и т.п. Что это? Что такое? Что-то мне нужно. РЗМ. Мы ждем сначала, когда он лужу разольет первый. Похуй. Да. РДД, бегайте все время, плюс-минус. Какую метку? Давайте ром поставлю. Или череп. В черепе бегайте, нормально будет. Я же ставил рыбу. Еще раз ставлю рыбу. Дайте рыбак. Что от меня нужно? Зачем меня звали? Блядь, печки, пожалуйста, нахуй. Не начинай, я тебя, блядь, замучу сейчас, нахуй, за тупой вопрос. Я только что стоял, сидя-то, блядь, распинался перед всеми. Если я просто нахуй, мне это вообще надо, блядь. Блядь, дерьмище, я тебе еще раз повторяю, когда начинается фаза, он бежит к столу, блядь. Соответственно, откуда начинается пул, блядь? Ой, блядь, переходная фаза, откуда ты начинаешь вести? Ну, красава, блядь, вот от стола и будешь начинать вести, блядь. В ту сторону, где не будет лужи, блядь. Скорее всего, это сторона креста, блядь, будет. РДД, начинаем все с черепа.